Варваре 13. Девочка любит заниматься творчеством, поет и играет на музыкальных инструментах, а еще увлекается поэзией. В школе ко мне подходит учительница русского языка и говорит то, что кто пишет стихи, нам надо на конкурс записать стих. Но я вызвалась, вспомнила эти 4 стиши и начала переделывать, и все, типа не могла остановиться, у меня пошло, и получился большой достаточно стих. Его отправили на конкурс, и с этим стихом я заняла 3-е место. Детский писатель Ольга Шкелева предложила Варваре поработать вместе. Так родилось стихотворение, которое теперь можно прочесть в новой книге автора «Звенящие капельки». Ольга Анатольевна говорит, писать с детьми – одно удовольствие. Это так завораживает. Когда я к ним приходила в школу, читала свои стихи, они предложили, а можем попробуем? Я говорю, конечно. И вот мы так с Владиком, мы вообще писали у них дома, они меня пригласили. Я говорю, хочешь быть капитаном? Хочу, давай писать. И вы знаете, он даже сам его сочинил. И он так радовался. Я думаю, что это у него первое, но не последнее стихотворение. С созданием нового сборника автора пришли поздравить родные, друзья и коллеги. Самое сердечное поздравление Ольге Анатольевне. У нее сегодня действительно большой праздник. Этот человек достоин такого праздника. И мы надеемся, что наше Звенигорье и в ее лице детский сектор нашего Звенигорья будет еще и дальше делать все возможное для того, чтобы наши дети, ее дети, которыми она так любит, которыми гордится, вот росли такими умными и выросли очень хорошими поэтами. Кстати, Ольга Анатольевна поделилась еще одной не менее приятной новостью. По поручению главы округа планируется выпустить красивые сборники в твердых переплетах, которые будут во всех детских садах и школах муниципалитета. В них можно будет прочесть стихи разных поэтов округа, в том числе и ее. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».